Следующий у нас Nightmare. Блин, он крутой. Это тот, что орет громко? Да, это он. Ребята, помните, этих аниматроников удалили, теперь их добавили? Офигеть, я рады. Hey, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Серега, как всегда, отличное настроение. Сережка, поздоровайся. Приветики, омлечки. Сегодня вышел офигенный, крутой пак. Даже, скорее всего, пил-пак на аниматроников. Five Nights at Freddy's 4. Они очень крутые, переделаны и весят куча гигабайт, просто один пил-пак. Если пейте, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем обзор на крутых аниматроников. Погнали. Первый аниматроник у нас Coco the Cocket. Что она может? Показывай. Может ходить. Мне нравится, Серега. Гениально, она может ходить. На правую кнопку ничего. Кстати, ребята, если вам нравятся ролики с вебкой, 5000 лайков, и следующий ролик тоже выйдет с вебкой. Если не будет 5000 лайков, вебки не будет. Все правильно. Правильно. Еще. Так, что еще она может? Побела, она будет музыку делать. Давай. Буду ее врубать. Включай, включай. Вот такие колокольчики. Вот, а ну-ка. У меня есть второй режим. Это R? Ты нажал? Да. О, прикол! Оно такие звуки прикольные издает. А ну еще. Офигеть! Мне нравится. Так, так, так. Быстро бегать может. Это только в том режиме. В медленном режиме не может. Ну, давай скример, потому что впереди много аниматро... Так, этот скример не дает. Бедный охранник. Так, сейчас мы поставим здесь сразу спаун. А ну-ка, в обычном режиме может она скрим дать? Давай. Не может. Вообще не убивает в обычном режиме. Не. Так, следующий Фазбер. Угон, кабан толстый. А ну что, он звуки издает? Так, музычка есть. А на F? Ничего. А ну включи, R. О, ты уго, ты какой-то стрёмный, аж глаза резко открыли. А ну R, F. А ну еще? Классно говорит. Озвучка, ребята, на высоте. Так что этот ролик заслужит точно лайка и комментарий, и обязательно подписки. Давай, мочи меня. Ах, блин, я ж дернулся. Громковато, громковато. Так, следующий у нас Фреддис. Фреддис. Уго, манюсенький. Такой маленький. Такой красавчик. Кричать может. Может, у него есть другой режим какой-то, не? Ты можешь тпхаться, да? Ого, он шумит. Кричит. А, он может невидимым вставать. 1000 жизней, кстати, у него. Ого, так ты можешь большим вставать? Да. А на какую кнопку это ты стал? Буква R. Офигеть. Это самый лучший пилбак. Мы его, наверное, добавим все-таки в коллекцию, снимем с ним. Аниматроники пугают охранника. Обязательно. А ну давай, за маленького замочи меня сначала. Не кусается? Не. А большой? Ого, у него скример крутой, Серега. Реально классный скример. Ой. Дима. Так. Ух ты. Блин, крутой аниматроник, крутой. Простреливается насквозь, это очень странно. Это ты просто взял, получается... А, это все же тут маленький. Да. А ну еще поговори. На Nightmare Freddy. Офигенная озвучка, все на высоте. Так, следующий у нас Джек О'Бонни. Ой, блин, такие здоровенные они все. Какие-то просто гигантские. Так, что он может? Побежал, очень быстро бегает. Он говорит на пробел, я разорву твою голову, как тыкву. Нифига себе. Представьте ночь такого встретить, я бы не хотел. А ну замочи меня. Да, скримеры у них, ребята, очень крутые, поэтому рекомендую к скачиванию и обзору. Так, что следующий? Джек О'Чика. Блин, она тоже страшная. Кстати, вообще классно сделала. Ты голову можешь перекручивать?
Да. Плохо, что не знаете такого вот хруска головы там. Что-то это очень стрёмное, очень. Вот. Чё, скример? Да, давай. Так, скримера не было, кстати. Просто красная штуковина такая. Так, понял. Следующий у нас... Nightmare. Блин, он крутой. Это тот, что орёт громко? Да, это он. Ребята, помните, этих аниматроников удалили, теперь их добавили? Офигеть, я рады. Класс. Да, Серёга, ты чё, какой же у меня уши полопались? А, да ну не кричи. Легче, легче, мужик, легче. Ты что разорался? Так, он какие-то еще может разговаривать звуки? Разговаривать звуки. Только я так могу говорить. Ну давай, скримерок. Да, скример классный, как всегда, знаете. На весь экран челюсти. Так, следующий у нас. Nightmare BB. Balloon Boy, короче, сокращенно. BB. Неужели он так разговаривает? Он же так никогда не говорил. Ну, вы привыкай теперь. Ну, а привыкай, новый голос. Короче, ребята, Balloon Boy вырос. Как вы его гнали? Balloon Boy в старости, да? Помните этот мем? Кто смотрел ролики, которые вышли 3-4 года назад? Плюсик в чат, кто помнит этот мем. Старый Balloon Boy. Ну, он такой, знаешь, Серега, по стандарту сделан. Ничего, в принципе, нового, да? Новые фразы просто. Да-да-да-да-да. Так, это у нас ты кого взял? Nightmare Bonnie. Ну давай, кабан. Что ты можешь? А чё ты как-то двигаешься странно? А чё ты не ходишь? Тихо-тихо-тихо, я тебя боюсь уже. А вон, на пробел нажимает, он что-то думает. Смотри. Блин, мне нравится эта озвучка, она очень круто сделана. Он даже двигается. Да-да-да-да-да-да. Блин, да громко ходит, как кастрюли на ноги одеты. Ну давай, мочи. Мы с этими аниматрониками еще можем снять даже этот... Угадай по части тела, например. Или по тени. Так, Nightmare Chica. Такой походняк деловой у нее, такая дела. Ого, челюсти! А ну открой еще раз ротик, что у тебя там? Все зубы ровные, красивые. Немножко один там гнилой, но нормально. Какие-то водоросли во рту. А ну разговаривает она или нет? А на звуке не издает. А, не издает. И все, да, чисто как плачет. Я Чика, давай кушай, да? Да. Bon appétit. Оу. А скример с, вроде дома с FNAF 4 на фоне. Окна. Ну да, но это Nightmare. Все как положено. Nightmare Cupcake. Где ты, телепиздрик маленький? Вот он я. Так. Звуков никаких не издает, в невидимку может. Вообще никаких звуков, да, не издает? Не пилинь-пилинь? Даже. Не, нема ничего. А ну-ка, мочи меня тогда. И R английская, да, ничего не работало? Телепортация. Телепортация, я понял, я понял. Так, следующий у нас... Nightmare Foxy. Это вообще крутой. Ого. Тихо, тихо, бегает, тихо. Как псих. Да-да, еще какой псих. А знаешь, такой стерео в ушах очень круто сделано. Офигенно просто. Че он еще может? Наговорил ты тут ерунды всякой. Ну-ка. Отлично. Серега, сколько у тебя жизни было у Фокси? Мне интересно. У них у всех по 10 тысяч. А, да, я вижу, я вижу. Так, это у нас Nightmare Friedberg. Фридбер. Профессиональный англичанин. Это, короче, брат того крикливого, да? Да. Психа. Ох, какой ты громкий. Но Nightmare как-то пострашнее будет. Ну да. Топает.
как-то тупает еще. Ну да. А они, видимо, может вставать? Да. Очень круто сделано. Кстати, скример с желтого Фредбера почему-то. Это очень странно, но ладно. Ну это желтый, по идее. Nightmare Freddy обычный. Блин, ну это когда они так стоят, у меня такое ощущение, что он готов к прыжку смертельному. И за голову цап. Да, ну мне кажется, там даже голова просто отлетит от туловища, отделится. Такой голос, знаешь, эти ребята стремноваты. Если ночью так в лесу услышишь, то все. Куча обеспечена. Так, я понял, скримочки везде, в принципе, есть доделанные аниматроники, полноценно сделаны. Так, это ты взял у нас Nightmare Mangle. Кабаниха. Она раньше тоже у нас была. Она раньше. Да, этот пилпак вообще были удалили. И вот его недавно добавили опять, я решил его записать. Ребята, обязательно 3-5 тысяч лайков, для того, чтобы ролик следующий вышел с этими аниматрониками. Обязательно. Че он может? Давай, мочи. Ну так, прикольно, разговаривают. В принципе, они все могут телепортироваться, да, невидимым вставать. Что это за тыква вонючая? Что это за тыква? Пупкин? Кошмарная тыква. А, Пумкин, Пупкин. Дай хоть раз смотри, что за телепиздриха такая. Эй, я хотел проверить, голова у тебя тыквенная, будет ли сок брызгать или нет? Скримак был или нет? Нет, не было, кстати, скримера. Ну, ясно, говно какое-то. Так, Nightmare Springtrap. Очень мне нравится этот Springtrap. Один из самых таких стрёмных. У него даже зубы на коленках и на животе. И на плечах. Тю, такой разговорчивый. Офигенная озвучка. Такое эхо даже, знаете, чувствуется, что в пиццерии как будто говорит. Кстати, скримера не было. Где есть, где нету. Но в большинстве есть. Так, следующий у нас. Nightmare... Риони... Март... Что? Nightmare Риони. Что это такое? Первый раз такой уже. Нет. Ты посмотри на руки. Кстати, это что-то новенькое. Ребята, обратите внимание, у него руки перекрученные. Ты раньше видел такое? Нет. Ты когда летишь, у тебя руки, да, телепаются за спиной? Да. О, что ты такое там делаешь? Блин, она крутая. Знаете, что скажу? Наверное, маринетка больше всех мне нравится из этого пака. Она необычно сделана. А что это такой голос, как в Mortal Kombat каком-то? А ну что она еще может? И ноги закрученные тоже. Да. Ты что, она прикольная. И скример прикольный. Так. Есть такая буква в алфавите. Следующий у нас. Плюш... Трэп. А где ты, челепиздрик маленький? Вот тут тихо, 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 тихо. Прикольно, да, звучит? Такой, знаешь, чувствуется, что аниматроник маленький такой. Ха-ха, мне нравится. Мы будем играть с тобой очень долгое время, да? Ты там, ты умрешь, я понял. Сколько фраз у него заскриптовано? Ничего себе. И звук такой прикольный. Как будто за веревочку тянет кто-то. Сколько звуков у него? А вот уже по кругу пошли. Только сейчас. Фраз 6-7. Офигеть! Блин, мне нравится этот плюш-трап. Так. О, я помню этого челепиздрика. Это у нас Спринг Бонни, который как костяшками тарахтит. У Лефти появился конкурент. Да-да-да-да-да. А я иду, иду на работу в пиццерию. Такой походничок у него не очень быстрый. Такой, знаете, очень похож на дружелюбного. Но это, наверное, обманчиво, да, Сережечка? Давай проверим. Не-не-не. Ты не можешь убивать за него? Ну-ка, на букву R. Ну-ка, я переключился. О, кстати, да. Ты переключился, я видел. Ты такой, знаешь, немножко как моргнул, но при этом твоя внешность не поменялась. А в этом режиме ты можешь быстро бегать?
Просто немножко быстро шагает. Но прикольно все равно сделано. Я робот-дурачок. Я робот. Я должен танцевать, да? Ребята, вот таких вот 20 офигительных аниматроников NAV 4. Мне понравилось больше всего, конечно, марионетка. А вы можете написать в комментариях, какой аниматроник больше всего понравился вам. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения. Мы с вами Мороники. Еще.